В России успешно реализуется программа профориентации «За собой», частью которой является проект «ProfStories». Успешные компании размещают информацию о своей деятельности, о наиболее востребованных профессиях и компетенциях, условиях труда и вариантах трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эти сведения помогают школьникам и студентам выбрать профессиональную траекторию с учетом кадровых потребностей российской экономики.